Ой, девочки, вечерний вид из окна. Собираем чемоданы. Выезжаем попозже. О, надо же, первый раз звезды здесь увидела. Что-то я не обращала внимания. Вон церковь светится. Это церковь, по-моему, Святой Марии. А, это Николая, да? Выше Марии. Это в которой мы были. Второй раз пошли, закрыто было. А вот эти вот приехали, товарищи, уже второй день орут с утра до ночи. С утра до ночи. Вот эти пионеры юные, головы чугунные. Это сумасшествие какое-то. Как у них горло и не болят. Вот с утра встанут, орут. До поздней ночи орут. В чем заключается у них отпуск? Орать. Хлопаем ладоши. Кстати, сегодня, когда я приехала, так, это мы ехали, блин, я заблудилась, куда мы ехали, где мы границу пересекали, но я знаю, что недалеко эта граница отсюда. И стрельба была автоматная. Раза три, наверное. Что там было, я не знаю, но здесь вообще слышимость, видите, какая хорошая. Что они стреляли, не знаю. Кто-то решил, видать, что-то подозрительный был. О, замучилась, морда сгорела, пузо пече. Боже, боже. Что делать? Домой ехать надо. Вот это сегодня что домой хочу, борща хочу, но сам полет не хочу. Потом это сейчас в Тель-Авив опять ехать. Второй раз уже сегодня. Потом с Тель-Авива на Турцию. С Турции бегом-бегом надо будет как-то успеть. Потом на Гамбург. С Гамбурга на машине. Там лазят они. Вот там фонарик. Хоть бы телефон не уронить. Вон, дядьки там лазят. С какими-то досками. Или пиздят. Или что с этими досками и с фонариками. Ничего не понимаю. У них жизнь ночью только начинается. Без понятия вообще, что происходит. Боюсь вылазить из окна, я вообще стала высоты бояться. Ой-ой-ой, что там? Тоже какой-то отельчик, что ли? Ну, короче, вот такие дела. Сегодня ехали, про дедушку-американца говорила вам. Едем мы на Большой Стене, я не успела просто заснять, мимо проехали кто-то из местных жителей, наверное, там, в Израиле, написал большими буквами: товарищ президент, мистер президент, вы получите хрен, а не нефть. Ну, там не хрен был, просто написали, не получите ничего. Ну, в принципе, так и вышло. Чё пёрся? 25 самолетов пассажирских прилетело его. 25. 10 тысяч полицейских он приторобенил сюда. Как он боится за свою старую жопу. И, короче, в новостях на следующий день уже читала, что один полицейский подрался с местной женщиной, и его быстренько назад домой отправили. Центральную улицу здесь... Мы когда ехали с... Откуда мы ехали? Со свадьбы, по-моему, было полно полицейских. Выкрасили буквально за ночь все столбы, всю дорогу покрасили. Короче, что люди начали писать: мистер президент, приезжайте к нам на следующий месяц, только на другую улицу уже. Такие вот дела. Припёрся с целым этим. Сыть, когда страшно. Короче, вот такие дела. Спать хочу, а кого сейчас? Не ляжешь, надо собираться. Девки там что-то через стенку чирикают. По-моему, у нас товарищ один из нашей организации небольшой. Корона-то сделал, и у него корона, как пишет. Он с нами в гостинице живет, он живет у жениха дома. Поэтому не знаю, что будет и как будет. Пускай одевает две маски и едет. Что теперь? Ехать-то надо.
Не знаю. Может, ошибочная, может, надо еще делать. То есть... Девочки собрали чемоданы и обнаружили, что у нас ремень сперли для чемодана. Первые дни еще я замечала его, а он висел на чемодане. Мы даже его не вытаскивали. А сейчас нету. Еще администратор мне говорит, у нас ничего не пропадает. Тогда мы, когда в номер вселились, у нас батарейка на замке та самая села. Он замок менял, мы так поставили, все и пошли. Не бойтесь, у нас ничего не пропадает. Может, ничего ценного не пропадает, а ремень сперли. Да. Мелочь, но неприятно. Так что будем надеяться, что нормально они будут швырять чемоданы. Что-то девки притихли, уснули, что ли. Скоро уже это полвторого время. Я не знаю, почему такси так поздно приедет, полтретьего. Это поздно. Сейчас опять, блин, час назад там стреляли. Что они там стреляют, я не знаю. Пугают просто, может. Или машина проезжает быстро, не остановилась на этот... То, что ее тормозят. Проигнорировала. Может, они стреляют в воздух? Прям такие дела. Еду домой с синяками. Вся сыня. Тут синяк, там синяк, везде синяк. Ой, не могу спокойно, как всегда. Короче, девочки, мы катаемся по миру. В Тель-Авиве наш самолет опоздал на 2 с копейками часа. Мы прилетели в Турцию, естественно, наш самолет уже улетел. Теперь, короче, это посадили нас в автобус, везут куда-то, не знаем куда. Сказали, за это нам дадут по хамбургеру. Мы можем скушать. Куда сейчас везут, не знаю, вроде в отель или что, потому что наш самолет аж вечером. 6:30, по-моему. И это. И поэтому мы катаемся. Что нам делать? Мы катаемся. Вов, по Стамбулу нас катают. Все вымученные, ночь не спали. Вообще пипец. Короче, аэропорт в Тель-Авиве. Это вообще жесть. Там столько опозданий. Люди измучены. Мама, что это было? Люди измученные, работают вообще никак. Короче, жесть. О! Жесть. Вот, катаемся. Чё? Может, на море повезут? Все злые. Все устали. Просто, просто. Люди стояли пешком, блин, не сесть нигде. На ногах и ждали. Все вымучились. Вот теперь будем смотреть Истанбул. Куда везут, не знаю. То ли в отель, то ли, может, на море. Пятизвездочный отель, Сережа, нас отвезут. И все включено. Девочки, не планировала, но могу вам показать Истанбул. Не входило, конечно, в мои планы. Но так получилось. И вот катаемся еще тут. Леса, поля, луга. Ой, бывала эта пещера.
почище намного, чем в других городах Турции. О, река какая-то там. Сереж, вон там речка. В сентябре собирались в Турцию ехать, а теперь думаю, наверное, не надо. Мы уже тут, что? Сейчас нам дадут пару часов, мы быстренько побегаем. Нормально будет. Ой, какая водичка красивая. Привезли нас в другой аэропорт. Громадный. Девочки, ждем наш самолет. Полдня уже прошло. Девочки, привет. Приехали домой. Сейчас понедельник, утро. Делаю тест. Чисто. Потому что у нас там трое с группы. Показала корону. И что-то с утра вот приехала сюда, все, кровь с носа пошла. Какой-то. Переакклиматизация идет, короче. Вот так выглядит мой огород, пока меня не было. Огурцы цветут, помидоры цветут. Этот цветок все уже цветает, эти тоже цветут. Вот тут вот так. Короче, в доме бардак, все приехали отовсюду, мы приехали, сын приехал, чемоданы, чемоданы, стирки, стирки, гладёжки, гладёжки. Добро пожаловать домой. Летели вчера уже в первом часу, наверное. Замучились. Катастрофа. Цветы запустила. Ну, самолет был отличный, конечно, попался. Ну, просто добираться вот это... Блин, сломаю сейчас. Добираться с одного аэропорта в другой. Ну, окей, они все запланировали, все подготовили. Автобус, все. Ну, полдня ждать, вечером вылет. Намучились. На 3 часа опоздал почти самолет. Ой, не могу достать. Аж спину пересекло. Все счастливы и довольны. Отпуск удался. Отцвело сколько цветов. Трудовые будни начались. Алёня сейчас на работку. Сережа, в принципе, тоже. В доме бардак, столько работы. Надо как-то приступать к этому всему. Не хочется. А надо. В отписке так хорошо. Вот так и работаем. Ну ничего, зато все счастливые. Все прошло хорошо. Увидели все, что хотели. Все замечательно. Так, тут огурец. Огурцов, конечно, не будет. Че, они огурчики повыбивали. Но я не думаю, что будут огурцы в горшке. Не получится. Так. Эти цветы тоже отцветают. Надо все их менять.
Менять уже надо, жалко. Все, видите, он уже попадал. Попадал. Вон висит, но я не думаю, что с них чего-то будет. Сильно они уж ствол тоненькие такие, несчастненькие. Этот тоже желтеет, тоже походу ничего не будет. Бесполезно. Помидоры, если как-то, то навряд ли. Время идет, все отцветает. Погода такая более-менее сегодня. Вроде бы сказали, нормально уже будет. Это вам не Израиль. Разбирать чемоданы вчера в Duty Free. Купила себе такие духи розовенькие. Шанель мне вообще не нравится. Вот только один единственный. Это взяла. Кому взяла? Сереже взяла. Ну. Это взяла Артеме. Это взяла Николь. Эллен. Ей нравится, мне нет. Ну, нравится, взяла. Буду распаковывать сейчас, убирать все, блин. Фух, такие дела.